Всех приветствую. Все знаете, что я очень сильно помешана и очень люблю мяты экзотические. Вот хочу вам показать, какие мяты у меня пришли от завода Флора. Как они сейчас выглядят, их ароматы. Ну и в общем, как говорится, увидите, что, допустим, завод Флоры очень неплохая фирма. Итак, смотрите, по каким сортам. Видно, что у всех габитус совершенно разный. Внешний вид, структура листвы, оттенок, формы. То есть видно, что каждая мяточка отличается. То есть это не то, что там, знаете, как пришло одно, и каждый как хочет, так и трактует. То есть как на картинках, все по сортотипам пришло четко. Давайте немножечко расскажу, покажу, что за мяточка у нас будет на следующий год. Помимо 9 сортов, которые были, это у меня пришли от Натальи Сацуковой по лету раннему, то сейчас вот у меня пришли и уже хорошо наросли вот такие вот сорта, как фундук. Прям на самом деле имеет аромат, ореховый аромат, как вот шоколадочки. А вот такой вот замечательный. Видно, что у него уже пошли плети. То есть на следующий год обязательно будет в ассортименте. Вот такая вот мяточка чудесная. Ее аромат медовый. То есть прям вот именно вот у него 100 нотки медового аромата. А вот такая вот очень интересная, узколистная. Такая вот она, вот знаете, как, я даже не знаю, мне чем-то, вот когда я ее увидела, она мне напомнила, если кто-то сталкивался, иван-чай, я думаю, что кипрей узколистный, либо по-другому еще называется. Вот мне чем-то листвой напомнило данное растение. Это мята африканская, такая вот экзотическая. Да, на самом деле очень интересная мяточка. Очень красиво смотрится, с красивым по серебряным налетом на листве. Вот такая вот серебристая. Так она, в принципе, так она и называется. Кажется, это голубая. Так она и вся и выглядит. Вся вот так вот экзотично. Вот такой вот интересный. Да, видно, что она совершенно вся разная. Персиковая мятка. Имеет черную ножку. Очень красивую листву. Вот если сравнивать по листве, ну, кто, скажем так, такой же цветанутый, как и я, чем-то напоминает вот шоколадная, у шоколадной ножка коричневого цвета. А листвой она напоминает на имбирную. То есть, знаете, такое интересное сочетание насыщенного зеленого цвета. Вот. Потом очень мятка меня восхитила, ее прям видно, что она необычная. Вот даже вот сейчас вот попробую вот так поставить две рядом, что видно было разницу в листве. Это у нас мяточка хвоя. Да, на самом деле вот такой вот хвойный аромат, присущий хвойным растениям. Очень интересная. Вот, так что по листве габитус у нее более ампельный. То есть, если, допустим, африканская, видно ее, она растет в высоту, она сантиметров до 50, то данная она идет больше для горшков, которые, допустим, подвесные, более для горизонтального, скажем так, оформления. То есть это для вертикального, а это больше для горизонтального. И вот такая вот у нее очень красивый резной листок. Данная мяточка нам полюбилась больше всего. Это барбарис. Вот кто любит конфетки барбарисовые, тот вспомнит свое детство, когда вкусит аромат данной мятки. Просто чудесно она идет в чай, в кондитерку. Просто сумасшествие, если честно. Вот самый наш такой вот любимый, понравившийся именно по вкусовым качествам. Так что вот смотрите, какая коллекция из 6 новых мяточек у меня. Просто все разные, каждая завораживает, а каждый можно разговаривать долго-долго. Но сами знаете, я не люблю долгих видео, долгих разговоров. Помимо не то, что нет времени, да и времени нет. Но и, как говорится, хочется вам донести всю суть за короткое время. Так что вот смотрите, какая замечательная. Давайте быстренько. Фундук. Красоточка. Вот такая вот мяточка медовая, африканская. Вот такая вот чудесная, немножечко подвяла, никак не могу пока отпоить. Голубая.
персик. Вот такая вот чудесная. Просто, прям вот честно, прям вот смотрю каждый раз на нее, просто поражаюсь. Так она еще и цвести собирается, красоточка. Хвоя. И, конечно же, наша любимица барбарис. 6 новых сортов на следующий год в обязательном порядке будет у нас в продаже. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного.